Запробовать вернуть своего оппонента, раскрутить корпус и всадить. Вот хорошо вновь поймал. В очередной раз Османов показывает, что с таймингом у него все замечательно. Размашистые удары. И, по всей видимости, потрясет Крис Уэйт. Идет в атаку сейчас Арман Османов и попадает дважды боковыми. Потому что видны эти удары вот сейчас с разворота точно по корпусу. Сейчас совершенно другое дело. Бойцы уже обменялись ударами, уже какую-то... Вот сейчас хорошо поймал. Это нокаут! Досадная ошибка. И у меня вот сложилось впечатление, что он выбросил этот удар просто по площадям. Это не был какой-то точный, акцентированный удар. Но при этом пришелся он...